Российский журналист, российская медиа, российская пятая колонна в информационном пространстве может быть гораздо более ущербной, гораздо более вредной, чем установка «Град» или чем артиллерия. Мы видим, что в зале за последние дни сформировалось целое лобби, которое я не могу назвать иначе, как пророссийском лобби в противодействии информационной безопасности Украины. С трибуны нам говорят о том, воюйте против российских каналов, не воюйте против украинских каналов. Воевать нужно против всех проявлений агрессора в нашем информационном пространстве. Ни для кого не секрет, что российские СМИ, российские компании, российские юридические лица и олигархи через свои офшоры, через своих доверенных лиц, через своих так называемых украинских партнеров, которыми являются просто предателями нашего государства, владеют долями в украинских СМИ. Мы, фракция «Народный фронт», пытаемся с этим бороться. Вчера этот зал провалил важный законопроект об усилении полномочий Национального совета по телевидению и радиовещанию. Завтра мы голосуем за проект 1768 автора Высоцкого, Левуса и Величковича об исключении российских собственников из украинских СМИ. Если в Украине есть доли связанных с Кремлем олигархов, они должны быть исключены из состава собственников. Я прошу зал проголосовать за это и поддержать. И говорю о том, что мы будем называть предателем каждого, кто не поддержит этот законопроект. Спасибо.